大军没几个分大哥，我看你俺这光用水大军。Женщины остаются сверху. Новый сезон. Привет, меня зовут Анна Мангайт. Это программа «Женщины сверху». Глава Кемеровской области, дальний родственник Путина Сергей Цивилев выступил со своевременной инициативой. Он предложил мобилизованным официально жениться перед отправкой в зону боевых действий. Мало ли, погибнут, так хотя бы в законном браке, а жены останутся законами гробовыми. Цивилев выступил перед призывниками с целой речью, там были такие слова. Если вы живете с женщиной много лет, у вас уже есть дети, а вы не зарегистрированы, это неправильно. Вы идете на святое дело, надо все делать так, как это должно быть на Руси, конец цитаты. Для этих целей власти Кемеровской области планируют арендовать большой автобус, чтобы отвезти невест мобилизованных в Омск. Видимо, женить там всех скопом, а потом сразу отправить на смерть, на фронт. О военных браках 2022 года. Репортаж Анны Фиминой. Everybody ready? Oh! Если я, конечно, представляла свадьбу пышную, красивую, большое, веселое торжество на глазах там слезы родителей, там друзей, чтобы было красивое, пышное платье, жених красивый в костюме, ну и чтобы были все родственники, близкие, все рядом. Белое, красивое, шикарное платье, много гостей, родственников, ну, обычная, классическая, торжественная, красивая свадьба. Вместо похода к алтарю – марш на полигоне. Свадебные подарки собираются в бронежилет и берцы. Слезы – вовсе не счастье, а медовый месяц в военной части. Такой в России выдался свадебный бум сезона «Осень-2022». О красивых симметричных датах можно забыть. Спасибо, что расписали день в день. Благословленные Москальковы сотни пар по всем регионам России после заветных «да» вынуждены расстаться. Женихи отправляются на учения, а затем – в Украину. Без двух недель танкисты, стрелки и снайперы под чутким вниманием федеральных телекамер убеждают своих, теперь уже жен, в том, что обязательно вернутся. То, зачем они туда едут и что будут там делать, в новых семьях предпочитают не обсуждать. Массовую свадьбу сыграли в Хабаровском районе мобилизованные со своими избранницами. Хоть и в непривычном формате, но и этот день особый. Кольца, цветы, поцелуи, слезы, поздравления. Правда, в духе времени. Вы выбрали тех парней, настоящих мужчин, которые не прячутся за спины и которые идут сегодня защищать не только свою девушку, а уже свою семью, нашу страну и нашего президента. С моим нынешним мужем мы познакомились в соцсетях, в такой группе. Мы работали на одном предприятии, и у нас была в соцсетях общая группа. В один прекрасный день он, по-моему, меня пригласил в кино. Мы сходили в кино, пообщались после фильма, прогулялись. Ну, и я, наверное, поняла, что ну, действительно человек очень приятный, вежливый, добрый, ведет здоровый образ жизни. Ну, мы через друзей познакомились, начали общаться, и мы уже живем 12 лет вместе. У нас трое совместных ребятишек 8 лет, старшей дочери 5 лет и 3 года исполнилось недавно малышке. Все три девочки. В августе месяце мне вот мой нынешний муж сделал предложение уже прям официально с колечком, цветами. И мы предполагали расписаться уже в марте месяце следующего года. Ну вот, видимо, все вот так быстро очень произошло, и планы поменялись в связи с такими обстоятельствами. Принесли на работу в отдел кадров повестку, и уже, то есть, никак не выкрутиться, никуда не спрятаться, как некоторые там убегают, там, или больничные там открывают. Взял, расписался, и в этот же день я лично со слезами на глазах его повезла в военкомат. Мы не верили, просто мы вообще не верили, что ну как так, 21-го приказ от президента выходит о мобилизации, и 22-го тебя сразу же забирают. Тут такие какие-то несостыковки были. Мы в повестке было, что явиться, прям там время было 14:00. Повестку на руки мы взяли в 12:00. Ну, муж у меня сразу, он сразу говорит, никакие не обучения. Я знаю, что это в любом случае меня куда-нибудь отправят. Пошел, все себе закупил, ну, мыльно-брильные принадлежности, собрал необходимые вещи. То есть уже прям с пакетиком таким важным.
поехали в военкомат. Родственники, которые стояли на улице в ожидании, все плакали, абсолютно все. И потихоньку мы выходили, кто уже там побыл в военкомате, выходили со словами все ждать возле автобуса в отправку в воинскую часть. Ну и так мой муж с такими же словами вышел. Повестка пришла 7 числа. Ну все, и явился в военкомат. Страшно мне было. То есть я понимала, что у нас папа патриот, служил в ВДВ, никто кроме нас, у них девиз. И то есть я понимала, что он поедет. Даже есть вот этот закон, что с 3 детьми по мобилизации не берут. Но папа нашим, ну, наш папа этим законом не воспользовался. То есть он, ему пришла повестка, и он пошел. Воспитан так. Отец десантник. Дед прошел всю войну. Потом неизвестно, когда вернулся, или в 45-м, или в 48-м. Потому что я деда своего живым никогда не видел. Только по рассказам мамы. В военно-патриотическом клубе сначала занимался, потом рукопашным боем, а потом армия. Это непередаваемо, если честно. Такая новость была. Дело в том, что мой супруг, он бывший контрактник. Но он отработал недолгое время, отслужил. На данный момент проблемы немножко со здоровьем. Ну, я думала, меня это не коснется, ну, никогда. Знаете, это прям вот как будто вот все, сердце прям разорвалось, и ты не знаешь, что делать. У меня началась паника. Я сказала, что, ну, как бы все равно пора уже, значит, нам жениться. Я его сгребла в охапку, и мы поехали в ЗАГС. Ну, мы приехали в ЗАГС, мы подали заявление, объяснили ситуацию. Нам сразу же сказали, да, конечно, мы напишем, что с сегодняшним днем, если хотите, сказали, выезжайте, переодевайтесь, купите кольцов, пожалуйста, мы вас подождем. И вот мы поехали, мы за час успели все переодеться, я выпрямила волосы, мы поехали в магазин, в ювелирный в этот, и купили кольца там быстро-быстро. Нам, ну, как бы не было важно, какие они будут, лишь бы они были классические, как всегда. Ну, как бы я всегда хотела именно классические кольца. Вот, и мы поехали дальше в ЗАГС регистрироваться. Чтобы вы обязательно выполнили свой гражданский долг и вернулись к нам живым, здоровым и невредимым. Ну, у нас, когда пошли ребятишки, то есть уже было не до торжественных каких-то платьев. И в данной ситуации, ну, все равно это было волшебно, интересно и здорово. То есть мне понравилось. Я, если выбирать сейчас одеть платье или вот этот момент, я бы хотела вернуться в этот момент. И мне просто позвонил супруг, говорит, ты знаешь, к нам подошел командир части, ну, и предложил, там, если кто-то там не женат официально, есть такая возможность расписаться. Я говорю, если у них есть такая возможность, ну, давай воспользуемся. И вот помогли. Там очень достаточно много людей, которые официально не расписаны, у кого-то даже дети не оформлены. Все подходили с такими вопросами. Может быть, ну, правда, у мужчин паника такая, то, что происходит, они боятся, там, что не узаконили отношения, мало ли что, так вдруг. У меня муж сразу сказал, мне надо так, чтобы ты еще и занималась моими документами, потому что мало ли что, ты мне по юридическому никто вообще, никем не приходишь. Свадьба у нас была 9 октября. В тот момент он у меня был на учениях в полигоне. Моя супруга говорит, ну все, на завтра в 10:30 назначено, в Мирном. Естественно, мысль такая, что никаких собираний, там, белых платьев и тому подобное точно не будет. Явившись туда, то невесты подъезжали, приехали наши женихи, естественно, прям с полей. У всех грусть в глазах, все такие прям уставшие, неопрятные. У них все, у них только когда они увидели нас, без разницы, кто-то даже в спортивном костюме был прям, да там половина была в спортивных костюмах. Все, мужья там как будто визуально представляют, что это прям шикарная свадьба, пышные платья. А жен не отходит. Вы знаете, даже вот вспоминаешь это, ну, не с такой радостью. Вот. Если бы это было в спокойное мирное время, и даже вот так вот скромно, это все равно какие-то такие прям, ну, приятные воспоминания. Я вот не знаю, даже жалею ли я об этом. Как-то вот, ну вот правда, еще раз повторюсь, нет такого счастья, вы знаете, вот прям теплого воспоминания. Ты расписался, у тебя забрали человека, все, вот, и ты опять один.
21 числа отбытие в Омск у меня, в учебку. Переобучение и потом на Украину через 2 недели. Ну, все время вместе проводим с детьми, пока я здесь. Даже на работе как бы пошли на уступки и... То есть я почти не выхожу в данный момент на работу. То есть поменьше смен сделали. И мы в основном, да, всегда вместе. Вчера мне Леша сказал, что я ему надоела, мы давно не ругались. И мы перестали с ним резко ругаться. Кардинальные изменения в жизни. Да. Как говорили раньше, воду надо в рот набрать, чтобы меньше ругаться. А тут вот такой момент, и как бы ценности изменились. Ой, не могу. Вообще, в принципе, это тяжело. Я, во-первых, человек эмоций, и в какой-то момент пришлось смириться с таким. Он же тоже не хочет, чтобы я плакала, чтобы кто-то плакал. Настрой-то у него хороший такой. И отправляем мы его, и ждем мы его, конечно, назад, а не куда-то. А нужно поддерживать. А хочется плакать, не хочется, чтобы он уезжал, конечно же. Очень тяжело. У меня стоят таблетки, стоят успокаивающие. То есть я действительно вот на одних успокоительных. Я просыпаюсь, если посплю часа 2-3, даже 4, ладно, за ночь, у меня сразу я просыпаюсь и пытаюсь ему дозвониться, спросить. Ты здесь? Ты не уехал? Не улетел? Тебя не звали? У нас так вот утро начинается. У меня супруг, он домашний человек, правда, по его возвращению, это работа с психологами, потому что, ну, действительно им тяжело. Еще там как-то на них очень сильно давят. Может быть, закаляют их дух, ну, якобы с ними не чичукаются, там, все, надо, идешь, ты должен, там, если надо, ты пойдешь вперед. А у мужа такая ситуация, он всегда объясняет, я... В оружие в руках не держал, только вот действительно его видел на картинках. Или там у кого-то из военных. Как говорит мой муж, если, говорит, меня отправят, вот честно, я даже не смогу убить человека. Не то, что там мне кажут, что это враг. Я его не смогу убить. Ну, не смогу, потому что у меня не поднимется рука. Я либо, скорее всего, себя, либо я не знаю, что делать. Говорит, я даже боюсь представлять эту ситуацию, потому что... Это такой же человек, он говорит, это, возможно, даже такой же, как и я, которого вот так же призвали, и он не знает, что ему делать. Да, и он говорит, это очень страшно. Это вот, я, говорит, просто засыпаю, и им снятся сны, там, я поддерживаю, приезжаю каждый день к ним в часть, разговариваю. Каждый день снятся сны вот про эту войну, и это очень страшно, что в наше время, в такое время дипломатии, наши мужчины просто спят и видят войну. Там фашизм процветает. И издевательства над людьми идут. Над маленькими детьми, над женщинами, над детьми. Но это и слушать невозможно, и смотреть, что происходит там, в Украине. Уже 8 лет воюют они. А ни к чему не приводит. Между собой. Жалко. Конечно, попрощаться неохота, что это. Детей не будешь видеть. Ну, долг есть долг. Нам надо защитить свою страну, свою семью, чтобы у них было будущее хорошее. Конечно, самая главная мечта, чтобы поскорее бы это все решилось, урегулировать, потому что для этих событий страдают прям, ну, невинные люди. Вот. Вера в будущее, что все будет хорошо и дома, и там, что это все скоро закончится, и все вернутся домой живыми, здоровыми. А у меня вера в него. Правда. Я не могу. Я верю, что все будет хорошо. По-другому никак. Никто, кроме нас. Да. Мечтала, чтобы это, естественно, все закончилось. Это
ужасное кровопролитие, это смерти людей. Действительно, мы, наверное, не осознаем, что это живые люди, что у нас, что у них. И страдают не солдатики игрушечные, а жизни людей.